Вы смотрите видео, как я брею бороду. Она у меня вот есть, ну, не слишком большая, но она есть. Я несколько дней не брился, я вообще неделю не брился. И решил такое вот видео снять, потому что за всю историю моего канала такого видео не было, как я брился. И нужно кое-что спеть еще раз. Я с собой всегда беру Диану Петрову. Что мне понадобится, чтобы мне начать бриться вот всю эту, в общем, бороду? Мне понадобится вот это вот полотенце, мне понадобится пенка, мне понадобится бальзам после бритья, мне понадобится вот эта вот бритва, и мне понадобится миска с водой, с теплой водой. Нужно начать бриться. Так, начинаю бриться. Надо как этот Дед Мороз. Кстати, очень удобно сделал. Освещение там впереди зеркало, а здесь мыльница. Блин, что-то она потекла. А, вот. То есть этот как Дед Мороз. Обычно она, знаете, такая... Ну, ну, пенистая, ну как пена. Вообще я люблю классику, ни в коем случае не вздумайте мне дарить электробритву, я только уважаю классику, то есть все ручное. Вот. Вообще пошла такая мода, что нужно отрасти бороду, и типа ты мужик уже в 18 лет, это полное фуфло. Вам тёлка не даст никогда в жизни, если у вас борода. Это все придумали вообще. Откуда это вообще прошла мода? Если ты с бородой, это не значит, что ты мужик. Это просто, когда тебе просто делать нечего, ты решил, знаете, там отрастить бороду. Я понимаю, там миллионер какой-нибудь, ну тогда да, ему делать нечего, или вам вообще делать нечего, тогда отращивайся. А так, людям раньше было вообще стыдно мужикам носить бороду. То есть, блядь, носить бороду, капец просто. Просто люди, не знаю, мужики, мне кажется, просто стали ленивые до такой степени, что перестали бриться. Вы же не бомжи, ебаный конь. Это надо бриться. Ну что ж, начну бриться. Вот. Можно начать вот отсюда, короче. Блин. Пол будет замазан немножко. Обычно, когда, ну вот, какой я бреюсь бритвой, нужно лицо, то есть саму бороду, помочить в горячей воде. Ну, то есть, берете полотенце, мочите в горячей водой, или после бани, лучше всего, там, попарились и начали бриться, тогда вам легче бриться, а когда на сухую, то очень кожа начинает быть раздражительная. Ну я же, сами понимаете, не первый год бреюсь. Вот. Если кто-то вздумает в первый раз бриться, не брейтесь, потом будете каждый день бриться, начнет все больше и больше расти у вас борода. Поэтому не вздумайте. Лучше вам там лучше исполнится 20-21 год. Она сама начнет расти. Ну, по природному явлению. Там начнут у вас гормоны успокоиться, и вы начнете спокойно бриться. Вот. Чё сам сказал, сам не понял. Не,
Мне, конечно, немножко неудобно, потому что зеркало от меня немножко вот на таком вот расстоянии, а обычно я вот когда бреюсь, зеркало и мое лицо вот так вот близко. Блять. Вот это меня раздражает, да, вот я бреюсь и этот бинж. Блять. Блять, приходится вот ругаться, как на работу придешь, там все с рук сваливается. Жуткая пенка раздражает. Пиздец. Просто все это дело проходит в туалете, ну то есть или в ванне, а здесь я у себя в комнате. Ну там было бы некомфортно мне бы снимать, все бы смеялись бы, мужики с меня. Не знаю, есть или нет, но я думаю, что в YouTube есть такие видео, как мужик бреется перед камерой. Но вы сами понимаете, что за всю историю моего канала такого видео не было. Обычно можно вот, смотрите, бриться вот так вот, а я обычно вот так вот. Но мне так комфортно. Знаете, если бороду отращивают, то просто для имиджа, но не для мужества. То есть, пацаны, понимаете меня, что вы мужиком никогда не станете. Если вы там, вот я понимаю, у вас есть страх, и вы когда-нибудь победили свой страх, то да, можно сказать, вы сделали мужественный поступок. То, что вы отросли бороду, вас мужиком вообще не делает. Это просто вы... Имидж просто поменяли, все. Я тоже самое могу пробежать с дробовиком по улице, но я мужество не делаю, это больше на глупость будет похоже. То же самое, если будете все ходить с бородой, это просто будет глупо. Лучше сделать какой-то поступок или сходить весь год на работу, там, для своей жены купить цветы, это более будет мужественный поступок. А если вы отрастите бороду, вы мужественнее не станете, понимаете? Просто вы ленивая свинья, вот и все. Я здесь никого не оскорбляю, у кого борода. Просто здесь есть такая тема, о чем, ну, стоит задуматься, но такой вот мелочь, как борода. Да ни одна телка вам, короче, не даст. Она даст, если у вас деньги есть, если у вас квартира есть, машина. Вот, и там купили покушать, например. Вот. А то, что у вас борода, она вам не даст. Наоборот, приятнее смотреть, когда мужик побритый. Да? Что вы бороду там отращиваете, это полное фуфло. То, что Макгрегор, там боксер, ходит с бородкой, это полное фуфло. Его негр побил, хоть он и сам с бородой, но он больше Макгрегор был заросший. Так что вы, то, что с бородой, вы не мужик. Ну, вот я сам старовер, да, я имею полное право отрасти бороду и такой ходить бородач, типа, блядь. Но мужественнее от этого я не стану. Так говорил не я, а Хованский говорил, кстати, когда тема была популярна по поводу Viper, 2016 год. Так что задумайтесь по поводу бороды, стоит ее вообще носить. Просто это, блядь, откуда-то мода пришла, вся молодежь решила борода. Ну, все пацаны решили бороду, 17 лет отращивать, ну, полное фуфло. Раньше было стыдно, там, лет 10 назад, 20 назад, он с бородой ходит, это позор же. Так что подумайте, какой сделать лучший поступок за весь год, какой-нибудь мужественный.
Что вам тёлка никогда не даст. Я понимаю, у вас там айфон есть, тачка крутая, блядь, на работе или где-нибудь там зарабатываете большие деньги, блядь. Это более как-то на фоне всего этого места этой бороды лучше, блядь, чем эта борода, блядь, пиздец. А если говорить, если вы лысый, ну, это отдельный блок надо снимать. Видите, я побрился, я красавчик, ёбаный. То, что я с бородой ходил, это полный фло. Просто вы небрежные все, ебать. А за бородой, если говорить вообще, за ней вообще надо следить. Я понимаю, вы миллионер, вы большие деньги зарабатываете. Тогда да, вам делать нечего, вы взяли, отрастили. Бороду. Вы целый день бухаете, например, это особенно актуально, кто бухает неделям, да, там может отрастить бороду, отрастить живот. Ходить с этой бородой, тогда вас поймут, брошен за никому не нужный, мать. Так, нужно еще пройтись. Сколько там по таймеру показывает. А, нормально. Успеваю. Блин, жидкая пенка, обычно она такая воздушная, а тут жиденькая. Я как этот Дед Мороз из ватной ваты. Вата из бороды, короче. Конечно, знаете, когда там возьмите 19 век, 17 век, то место вот этой вот бритвы, там было такое, знаете, типа, ну сейчас вы поймете, типа ножика и типа так брали, мужики вот так вот брились, короче, или подходил специальный парикмахер, ну он там, мужики ходили в парикмахерскую, в городе были специальные, и там мужикам вот так вот, с таким вот специальным лезвием вот так вот сбривали, короче. Ну, погуглите, в общем, история бороды и лезвия. Ну, как-то так вот. Вбейте в гугле. Сейчас уже совсем мало осталось, последние штрихи. Вот так вот, вот когда вы сбреете свою бороду, вы будете более и красивее, и более мужественнее. А то, что вы бороду отрастили, вы ни хрена не мужественны. Просто, блядь, вы бомж. Я никого не оскорбляю. Это касается всяких Noisy MC, там, знаете, клип бомжа. Даже перед смертью надо бриться, чтобы... Хорошо выглядит перед смертью, что ты не боишься смерти. Ты бобритый и не боишься смерти. Ты готов всех порвать, и ты не бомж. Ты просто красавчик. Мне нравится бриться. Может, просто мне нравится бриться, вот и все. Я уважаю классику. Мне нравится. А вот ни в коем случае не вдумайте мне дарить электробритву. Я просто не приму этот подарок. Я приму, но подарю другому мужику. У кого борода, я скажу, брейся. Я извиняюсь, если я несколько раз повторился по поводу бороды. Это что, вы не мужик? Надо бриться. Вы же не хотите как бы Макгрегор проиграть негру какому-то? Надо побриться. Ну! Что надо? Я сам. Блин, коллега по работе стучится. Я чуть позже подойду, занят. Чем ты занят? Видео снимаю.
Подожди немного. Сейчас тут закончу пару штрихов. И так всегда, как, ну не всегда, но обычно так бывает. Какие-то всякие ходят ко мне. Ну, я просто обычно дверь на ключ закрываю, когда снимаю блоги свои. А вы подумали, что это бывшая? Бля, это было смешно. Это бывшая со стволом пришла опять со мной погулять хочет. Я так говорю, а у меня Диана Петрова. Ну все, типа побрился. И будет кое-что дальше. Ну то есть в этом же ракурсе. Надо подойти, что ты хочешь. Что хочет, не понимаю. Итак, остались последние штрихи. Надо нанести бальзам после бритья. Надо положить немножко. Вот. Примерно соки. Вот столько, как это, знаете, бьюти-блогерши там показывают, всякие крема. Ну и вы, короче, поняли. И нанести. Нанести, чтобы кожа не слишком была раздражительна. Вот, нанести, как красавчик, без бороды. И ты мне скажешь, да, у меня есть айфон, мерседес, квартира, пару миллионов. Все, я уже успешный. Правда же красавчик, без бороды. Новая тема теперь в интернете и в ютубе, потому что я ее придумал заново. Вот я и побрился. Это у меня заняло не полно 20 минут. Вы все сами все видели, в общем. Теперь я красавчик, теперь мода пошла без бороды. Ты мне скажешь, да, теперь я буду кататься на Мерседесе каждый год и получать за это пол лимона, и не нужно будет ходить на завод. И ты снова скажешь мне, да, потому что у меня есть квартира и хата. Будем тусовать, зажигать на хате с тёлочкой. Ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал и жди следующее видео.